Друзья, перед началом просмотра видео, я хочу вас попросить подписаться на наш новый канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Зайдите, посмотрите, там есть много интересных новостей. Николай Басков насторожил своим видом. Поклонники Николая Баскова бьют тревогу. 45-летний вокалист на свежих фото и видео, считает общественность, выглядит нездоровым. Лицо знаменитости отекшее. Появились мешки под глазами. Фанатам Баскова вторят медики. Доктора считают, что натуральному блондину необходимо пройти обследование. По словам врача общей практики Алексея Хухрева, вокалист достиг опасного возраста. На пятом десятке риск инсульта и инфаркта, например, становится в разы выше. Мешки под глазами, говорит доктор, это грыжи. Они возникают из-за потери упругости тканей вокруг глаз. И жировые мешки вываливаются, отметил Хухрев. Грыжи – это тревожный симптом. Они могут говорить о наличии серьезных недугов, гипотиреозе и болезни почек. Между тем Басков может даже не догадываться о том, что ему требуется помощь медика. Точно сказать, почему Николая Баскова вздуло до обследования, нельзя. Причин нарушения оттока и задержки жидкости в тканях может быть много. На данном этапе заниматься здоровьем Николаю Баскову просто-напросто некогда. Артист занят возведением собственного загородного особняка. В строительстве Басков возложил практически все свои деньги. Видимо, пока вокалисту придется и дальше скрывать проблему с помощью фотошопа и концертного грима.